впереди. Нужно найти их. Так лучше. Я чувствую прилив сил. Оставлю на потом.
Да. Преступник держит моих людей. Смотри, Сюнин. Воин Кьотви. Надо быть осторожнее. Нападут, как только увидят.
Лети, Сюнин. Расправь крылья, Сюнин. Нужно быть осторожнее.
Замерзнул. Покажи, что там впереди.
Сюнин, разведай местность. Здесь мне точно не рады. Thank you.
Лети же, Сёнин. Здесь полно стражников. Что видишь, Сёнин?
Что ты видишь, Сюнин? Звон железа. Где-то рядом идет бой. Да, старый пес. Ты жив? Да. Ускользнул в суматохе свалки. А с тобой что? Кьотви пожалеет, что хотел продать меня в рабство. Не сегодня. Я видел, как он взошел на Драккар в Авальдснессе. Отплыл на восток, а нас оставил. Наверняка еще можно всех спасти. Я найду их, а ты готовь корабль. Хочется славы? Думаешь, спасешь всех в одиночку, и о твоем подвиге сложат песню? Тогда я пойду на берег. Убью врагов, захвачу наш Драккар и подниму парус. Что скажешь? Нет, нет. Я сам туда пойду. Это куда опаснее. А ты поищи наших в доме. Вот, возьми. Мертвецу он ни к чему. Иди, встретимся у корабля.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Вальцнес так и кишит людьми к Йотвии. У главных ворот меня могут заметить. Бдительная тут стража. Что ты видишь? Длинный дом. Мои люди должны быть там. Замедлим, сволочь!